сели, накоротал. Начинаем день с чая. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Да, чай, кофе. Это самое главное. Да, а потом уже начнется рыбалка. Погода хорошая. Результат уже есть? Да. Выехали. Да. На диване рыба не ловится. По-любому. Коротал, как всегда, красив. Видели зайцев, фазанчиков, уток. Все, давайте. Вон уже с утра. Время 7 утра. Рыбаки уже на речке. Все пытаются поймать жерика. Будем искать жереха. Рыбаки уже на речке. Погода хорошая. Сейчас буду пробовать вот. Вот такие воблеры у меня есть. В прошлый раз силикон. Что-то не очень вроде бы. Дуреалис. Копия японского дуо, покупал на Али, хороший воблер. Прошлый год неплохо работал, кстати. Посмотрим в этом году как. Так вот, первый жерех есть. Взял на воблер. Сейчас подустанет. Вытащу. Все. Готов. Нужно парковать. Красавчик. На воблер. Дуреалис. Взял на втором забросе. Вот он. Вот он лежит. Thank you.
Вот такие дороги здесь. О, дыр поймал. Красавцы жирики. Вон он. Чё, как, Ильдар, ощущения? О, кайф. Будем пробовать вытаскивать теперь. Вот для этих целей у меня телескопичка. Как будешь его поднимать? Ну да, а тут варианта другого нету. Вот он. Вот он, красавчик. Ну. Фу. Фу. Ух. Будем теперь пробовать доставать. Вот. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну. А нам сказали тут ребята, что тут жереха нету, да? Ну. Вот он, красавчик. Хороший. Ах ты, чистенький. Каратальский. Так, вот и Данир. У Данира поклевочка. Данир, как? Ничего. Ну-ка, подтащи, давай посмотрим, где он. Вон, а, небольшой. Ну ничего, какая разница, большой, небольшой. Главное, результат. Вот, на воблера. Тихо, тихо. Аккуратно, кончик не сломал. Вот такой небольшой жерешок. Но поклевка все равно была. Бойкая. Стоит она того. Да, во, класс. Отпущу я его. Давай. Маленький, теперь растет. Угу. Вот смотрите, мужики, отпускаем. Отпустили рыбу. Планирую еще одна поклевка произошла. Ну-ка, где он? Давай, гля. О, вот этот хороший. Да. Вон он, красавчик. Давай, давай. Вот. Опять на лобу. Жик. Давай вытаскивай теперь. Дурялись. Дура, любовь, я там боюсь, да? Дядь Булат, вы куда? Куда, Алексей? Кушаем. Сейчас попьем. Ты что, уже все попьем? Не, я еще чуть-чуть воды просто. Коротал. Обед. Погода хорошая. Промокли насквозь. Ильдар загорает. Жерех клюет. Ильдар уже лето. Что, как было-то? Классно, поймал я свою рыбу. Вот такую, две штуки. Да. Булат без... Дядь Булат без улова не ходит. Я одну рыбу всегда поймаю. Мне больше не надо. Я поймаю, отпущу потом. Все правильно. Мы тоже одного отпустили, да? Ну, на видео отпустили. Даже засняли. Ну, засняли. Такой небольшой бублик. А я не отпускал сегодня. Достойный отпуск. Два достойных. Где-то полторушки. Ну, полтора это жалко же отпускать.
Если бы было 10 штук, я отдал 2. Даже норму не сделал. Все верно. Вчера поймали, заселили. Сегодня уже кушали. Поэтому рыба и не ловится, да? Нет, почему ловится? Вот где клюет рыба. Я вот где я кидаю, как раз вот это вот, знаешь, подводишь уже доставать, а тут это отражает солнце, не видишь ничего. Чай между делом. Пока у Жериха перерыв, у нас тоже перерыв. Да, сегодня что-то жарко. Ну, невозможно. Сидим в тенечке, чай пьем. Вот. Прячемся от солнышка. Курагой с конфетами. Средний? Да, который. Но. У вас там начальник. Но. Говорит, блин, ты где? Я говорю. Вот так сегодня рыбачим. Накоротали, погода хорошая. Ну, поймали жерихов. Ну немного, но поймали. Сейчас после обеда перестало клевать. Сейчас пойдем в другое место опять. На вечерний клев. Постараемся попасть. Так вот, мужики, сегодня вот выезд на коротал, 15 марта. Удалось поймать. Сейчас такой жерих. Будем искать дальше еще. Вот такой размер. Всем удачи. Мяч не ловите. Жерих перестал клевать. Какой цвет выбери? Неплохо работает.
Че, как рыбалка, мужики? Классно. Ну так, рыбалка. Удалась. Трудовая. Не зря приехали. Бегали, бегали, трудовая рыба. Да. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну, по 5 килограмм каждому есть, наверное, да? Да, есть. Да, наверное, есть. Да. Не больше. Не больше, нет, нет. Да. Перелова нет. Все.